прикольный язык. Так. Пожалуйста, пойдем. А, язык это же табу. Привет. Привет. Ты классно выглядишь. Спасибо. Ты торопишься? Куда? Да, да, я торопилась. А, я просто на секунду. Можно? Да, конечно. А, что? Вам что-то нужно? Нет, вы классно выглядите, кстати. Спасибо. Привет. Кстати. А это вот все девушки сейчас вот друг другу пишете, да, в телефоне? Угу. Я волнуюсь. Угу. Вот, а ты какая-то молодая совсем, да? Да. Сколько лет? 22. А это нормально, потому что я думал 18 тебе. Все так думают. У тебя очень классные брови. Спасибо большое. Свои. Так. А как тебя зовут? Как? Меня почти как к тебя. Меня Вова зовут. Да, действительно. А можете отвлечься на секунду? С какой целью? Без цели. А ты можешь отвлечься? Да. А есть вещи поважнее, чем телефон? Какие? Я, например. Привет. Сейчас, секунду. Привет. Привет. Все, отправила. Привет. А как вас зовут? Как? Обеих? Да. Вы гоните. Привет. Так. Я просто в другую сторону, а ты классно выглядишь, кстати. Спасибо. А слушай, прям 5 секунд можешь притормозить? Нет. Да, я думаю. Нет. Почему нет? Я замужем. Я как? Тоже замужем. Советую больше не делать. Почему? Ну, потому что ты замужем. Мой муж может тебе вырвать кокос. У тебя теплые руки. Я очень... Сейчас я хотел пообщаться минуту. И если ты хорошая, то, может быть, еще чаю попьем с тобой, как к ним. Почему? Есть молодой человек. А у меня тут тоже есть человек молодой. Серьезно? А тебя, может, смущает, что я заикаюсь? Нет? Или дело не в этом? Не, я серьезно, правда замужем? Правда. А как так получилось? Ты же молодая и красивая еще. Ну, собственно, все. Ты же точку в жизни поставила, да? А с нет кольца как-то? А я его просто забыла давно. А, может, ты сейчас думаешь, что я там пикапер или что там? То есть здесь на таких я уже старый для этого. Здесь таких много, на самом деле. И, то есть вот эта какая-то ну, стрёмная отмазка, что типа там мыло сегодня забыла. Нет, смотри, я как ничего не предлагаю. А вам лет, да, совсем? Совсем это сколько? Ну, мне кажется, что где-то 20-18. Правильно, кажется. А ты так села, как воинственная женщина. Я просто руки замахнула. А, нет, можно сесть так, а ты села так. Альфа-женщина. А, нет, стой, я сейчас отпущу тебя. Я просто с девушками не дружу. Вот, я хочу как мужчина с женщиной общаться. Ну, не в смысле секса, а в смысле, как, посмотрим, как... Нет. Давай. И я подошел, может быть, вы будете интересны, или я вам, то есть, пообщаться. Вот как с классными парнями в наше время?
У вас? Нет, очень плохо. Туго? Парнями. Почему? А, я... Вот, а вы в телефоне сидите. Мне позвонить. У тебя прикольный язык, так? Нет, пожалуйста, пойдем. А, язык это же табу. Прям буквально. Да нет, ты прикольная просто. Но это важно, подвинчить. Для кого важно? Для меня. Я сейчас буквально секунду, и ты мне показалось, что ты замужем, да, или что? Нет. А, это чтобы отпугивались мужиков, да? Нет, на мне не прокатит. Слушай, а можешь прям на секунду отвлечься? Ну да, говори. У тебя это, кстати... Да я знаю, это я после процедуры сейчас. А я нет, я не говорю, что плохо, я говорю... Да я все знаю. А это кололи или что? Ну, не важно. Ну, я интересуюсь женщинами в целом. Я такие вещи не рассказываю. Не, я к тому, что я любые эти штуки видел. У меня было больше женщин, чем у тебя. Намного. И я их все видел, эти штуки. Ну, от меня вы что хотите? Пока не знаю еще. Алло. Сразу готов заказать, посмотрим. Сейчас, секунду. Алло. Я, походу, приду, сижу в шоколаде. Придешь? Да. Давай перезвоним. А ты любимого мужика ждешь, что ли? У меня просто тоже есть любимый мужик. Не, я шучу. А как тебя зовут? Меня? А О или А? Что? О или А? О. О. Так. Я просто после Нет, ты так я сделала. Я немножечко опухшая чуть-чуть, поэтому... Нет, смотри, если бы... Сейчас, еще 30 секунд, это Но важно. Мне надо заказ сделать. А, сейчас, это важно. Важнее, есть вещи важнее, чем заказ. Но... Для есть, кого? Я знаю, важно это для меня. Нет, есть человеческие отношения с мужчинами, и то есть это важнее, поверь мне. Да с чего бы? Не, тихо. Смотри, если бы ты была там какая-то опухшая, я бы, наверное, не стал подходить к той, которая не нравится. Ну и в итоге вы что от меня сейчас? Я еще не решил. Я пытаюсь понять, вот, ну хорошо или нет с тобой, да? Сколько тебе лет? У тебя очень крутая сумка красная. 34. Почти как мне. Ну, класс. Мне 32. Но ты выглядишь моложе. Ну, спасибо. Слегка. Смотри, а ты... Сейчас, тихо. У тебя это... Очень так интересные скулы. Ну, и что? Мне нравится. Смотри, я... Чтобы... Ну, пойми меня. То есть, я человек серьезный, да? Чтобы не отвлекать, как бы... У меня у самого времени нет, да? То есть... Но я не могу так сразу телефон, вдруг там надо брать, когда уже понимаешь, что хочется. Кстати, мой телефон, меня еще не украли. Нет. Давай я все-таки попробую, запишу и, в смысле, попробуем пообщаться. А где мы будем общаться? А, алло. Ага. Нет, смотри, я в состоянии сходить в нормальное место с девушкой, как бы это не проблем. Ты что имеешь в виду? Там Сибирь, там Соха, Дюран или что? Или как? Нет. Но ты выглядишь так, как будто ты вот именно в такие. Нет, я и... выгляжу. Тихо. Нет, смотри. Как я там очень много таких девушек с нет, вот я не таких из серии, что губа. Нет, мне нравится, мне вообще нравятся твои губы. Спасибо. Смотри, я рукой трогаю. Тихо. Я считаю, что самое главное с кем, а не куда. Ну и в итоге-то. Давай, знаешь, как сделаем? Смотри, я тебе позвоню. Вот. И если получится, то увидимся. Я там приеду за тобой, посмотрим, что будем делать. Я еще не решил. Ну, понятно. Хорошо. Я просто сейчас уезжаю и приеду только в понедельник. Ну, я до понедельника переживу.
Я буду мучиться, конечно. Хорош. Плакать. А почему не женат, симпатичный парень? А, смотри, а тебя не смущает, что немного заикаюсь? Нет, вообще не смущает. Мне Алло, зайди в шоколадницу. В охотном ряду. Сюда зайди. Каких торговых центров? Куда приходить? Ну ты зайди за мной, мы вместе пойдем. Ты что, сможешь, что ли? Давай, я перезвоню. Говорит, я уже бежать со... Я так и думал. Ты что, говорит, там сидишь? Слушай, но с такими подругами можно и стать кошатницей к 40 годам. Не говори. Ты знаешь, что 40 кошек, они вырабатывают электричество для одного вибратора? Нет, смотри, нет, я и говорю, что я надеюсь, ты не такая. Давай я тебе в понедельник позвоню. О. А где ты сейчас живешь вообще территориально? Я недалеко. Недалеко. Нет, смотри, я заеду, а и мы там решим, что с тобой делать. На чем это, за мной машину заедешь? Нет, на трамвае. А это принципиальный вопрос? Нет, вообще нет. А зачем спрашивать? Просто интересно. Нет, смотри, на чем обычно мужчина заезжает? Да мужчины разные бывают. Иногда даже на метро, да? Да. И а вдруг они тебя просто прикалываются? А я меняю тапки еще такие. Я волшебник. Не, ну правда. Я тебе расскажу при встрече. Я серьезно говорю, что. Как зовут-то вас? Я забыла. Что с? Я забыла, кстати. Это очень рискованно, потому что классных рыжих парней надо сразу запоминать. Нет, это все понятно. А чем вы занимаетесь? Меня Вова зовут. Да? Yes, да. Чем вы занимаетесь? Я помогаю людям. Хорошо жить? Да. Ну, классно, вы, значит, мой пассажир. Нет, ты мой пассажир. Давай наберу и там состыкуемся. Давай, 8-926. Мы попрощаемся. Что, прям так официально? Да, щеки. Не, без щек. Не. Давай без щек, обойдемся. Все, в понедельник наберу. Давай. Давай. Привет. Привет. А можно на секунду я просто не в метро? Ок. Пирожок. Ок. А ты с... недели моды, да? Да. А, я смотрю, такая модная с... как называется? Тюль. Что-то. Привет. Вова меня зовут. С ногтями. А у тебя такой этот... я не знаю, цвета бирюзовый или фуксия? Нет, фуксия — это розовый. А. Извините. Слушай, а ты на метро, что ли, да? И да. Домой? Не, мне нужно в другое место ехать. А ты с яркими губами. Я слышал, что если у девушки яркие губы, то это как-то вот она бессознательно там говорит: «Эй, я здесь, мужчины», нет? Ну, нет. То есть, как бы, тебе мужчины не интересны? У меня есть молодой человек. Это стоит между нами. Я не хочу с ним. Сейчас, секунду. Смотри, а там прям вот любовь или что? Любовь. Прям серьезно все, да? У тебя просто брови прикольные, мне понравились. А ты уже собралась там жениться, да, или что? Ну, может быть, собираюсь. Может, а ты не хочешь там, как, может быть, чай выпить, пойти посмотреть?
по причине человека или что-то, или костюма горилла? Я спешу. Ага, не сейчас, я имею в виду, может, там, понедельник, воскресенье я бы набрал. Почему? Потому что есть молодой человек. Только поэтому? Да. А не потому что я заикаюсь немножко, это, мне... стесняюсь, то есть общаться, потому что немножко мешает. Нет, точно не из-за этого. Я классный вообще. Ладно. Давай, хорошего вечера. Аккуратнее в метро, так очень опасно в метро ходить. Пока. Ну, какой комментарий? Вот смотри, они, как видишь... Ну, то есть официальная версия, что молодой человек. То есть получить... пойдем сюда, чуть в сторону. То есть получить такой ответ, в принципе, может человек, который там имеет какие-то дефекты речи, да, или там не речи, я не знаю, чего-то еще. То есть как бы и также обычный любой парень, да. То есть просто как бы проблема этих... Я сейчас думаю, надо заикаться, блядь, извините. Проблема этих людей на самом деле в том, что... Ну, я их могу понять, то есть любую неудачу они склонны связывать с вот этой штукой своей, да, я специально же спрашиваю, то есть из-за этого, не из-за этого. Понятно, что там ни одна воспитанная культурная девушка честно не ответит. То есть смотрите, ребят, значит, это видео, оно было посвящено, и оно и сейчас, и будет посвящено, то есть оно посвящено тем парням, мужчинам, которые имеют какие-то дефекты речи в первую очередь, то есть, и там, ну, может быть, какие-то внешние дефекты. То есть, смотри, значит... Я специально вот заморочился, хотя, честно говоря, ну, мало прикола, то есть я не могу себя представить там в роли заики, да, поэтому мне сложно заикаться, я перестаю быть самим собой, поэтому, наверное, очень так, ну, как сказать, не совсем так общаюсь, как хотел бы. Ну, смотри, часто звонят парни или пишут, которые там, например, заикаются, они говорят: «Вован, у меня проблема в том, что я заикаюсь», типа, говорит, и вот это вот очень сильно мне мешает. Я, конечно, не был в их шкуре, и, наверное, ну, так же, как и вы не были в моей, вы не знаете, что такое социофобия, которая у меня была, то есть, и еще неизвестно, что, скажем так, хуже, и, ну, вернее, известно, что хуже. Привет, ты такой полосатик прикольный. Смотри, значит, суть, тема такая, мужчина, он так устроен, да, что, еще раз, это уже тема, о которой я 150 тысяч раз говорил, то есть он не может объяснить себе страх подхода, страх знакомства, страх отказа, да, и он начинает искать какие-то отмазки, то есть он пытается этот страх объяснить какими-то там земными обычными вещами, не знаю, там, я слишком лысый, я недостаточно высокий, я слишком толстый, я слишком тонкий, у меня мало денег, вот у меня однушка, а не двушка, у меня тапки какие-то не такие, или там машина не та, я тороплюсь, у нее наушники, то есть начинается весь этот бред. Смотри, значит, естественно, что очень удобно объяснять себе бездействие свое по отношению к женщинам, то есть к своей личной жизни, да, к устраиванию, к устройству своей личной жизни, если у тебя есть какой-то дефект, то есть в частности заикание. Я все понимаю, то есть, ну, как бы вы сейчас скажете, что «нет, чувак, ты нас... здорово». Ты нас, типа, не понимаешь там и так далее. Ну, девка какая-то прошла прикольная в наушниках, маленькая. То есть ты нас не понимаешь, у тебя такого не было. Ребят, еще раз, смотрите. От того, что я сейчас скажу, да, я вас понимаю, как это хуево и так далее, я думаю, что, ну, ваша жизнь никак не поменяется. То есть в вашем случае нужно сделать что? Нужно эту ситуацию принять. То есть если есть возможность этот дефект как-то, скажем так, купировать, скорректировать, минимизировать, поработайте над этим. Если... Ну, у меня был чувак знакомый, действительно, у него вот так вот торчали уши, блядь. Ну, что с этим сделаешь? То есть он пошел, он их, короче, там где-то пришил, ушил. Ну, то есть это все делается, это, ну, как бы сиськи стоят 300 тысяч, ребят. Блядь, не знаю, даже девушка какая-то там вот, приехавшая в Москву, может там где-то занять, там взять кредит, не знаю, сделать себе сиськи, если она считает, что это сделает ее счастливее. У меня есть такая девушка знакомая, как бы, она сказала, что я думал, что сделает, а ведь, блядь, не сделала, короче. Я счастливее не стал. Поэтому, ребят, вы... Ща. А есть жвачка у тебя? Но ты же что-то ешь, там, грызешь, нет? Ну, нет, так нет. Смотри, значит, сейчас... значит, еще раз, ребята, если вы не можете решить эту проблему, да, то попробуйте научиться с ней жить, научиться переставать ей отмазываться. Как только вы перестанете ей отмазываться и все равно начнете делать, то в какой-то момент вы заметите тот факт, что как бы она вам и мешать-то меньше стала. То есть понятно, что сейчас хейтеры какие-то начнут писать, что там она не вызвонится, они не вызвонятся. То есть, а сколько у меня телефонов? Один?
По-моему, один. А это... Ну, смотри, то есть, может быть, я сейчас еще какой-то подход сниму. То есть, единственное, что у нас, ну, как бы задача была показать тебе, что есть разные реакции. Мы, конечно, показали в этом видео, что и хорошие реакции, там, и плохие реакции. У тебя очень крутая, кстати, эта шапка. Гусарская какая-то. Вот, и вот у этого чувака тоже крутая шапка. То есть бывают разные, ребят, но самое главное, что я хочу вам сказать, то есть мне искренне хочется, чтобы вот те люди, которые отмазываются от какой-то лучшей жизни и ищут себе оправдание в каких-то своих якобы косяках или недочетах или чем-то еще, чтобы вы поверили в себя, ребят. У меня были люди там с какими-то деформациями тела, то есть деформацией лица и так далее. И эти люди реально идут и делают. Поэтому, ну, можете сидеть и говорить, что я заикаюсь, а можете пойти попробовать. А вон, кстати, какая-то интересная такая взрослая. Дай подойду. Привет. Ты классно выглядишь, кстати. Слушай, а можно прям 30 секунд? Я не знакомиться, мне надо, чтобы прям один вопрос. Что? А. Я, короче, хотел, чтобы взрослая женщина сказала, ну, дала какую-то обратную связь, то есть взрослая женщина не захотела с нами общаться. Вот. А тут был какой-то чувак, который на это самое подошел, потом куда-то растворился. Че я говорил-то? Смотри. Значит, еще раз резюмируем. Это не влияет. Привет. У тебя такие штуки есть с клевками. Она аж расцвела. А я уже нарисовался, что я не это, не за... Ну, давай, я сейчас попробую позаикаться. Только догони меня. Постой секунду, а. Это я снова. Привет. Привет. В чем дело? Да, ни в чем. У тебя просто эти штуки такие прикольные. Прикольные, спасибо. Как, а ты это пищишь в рамке? Пищишь, когда идешь в торговый центр? Мне кажется, что они не металлические, наверное, какие-то. Бог знает. Нет, это какой-то тонкий металл. Слушай, я секунду буквально, у тебя, кстати, брюки, я в последний раз одевал в школе брюки. Привет, еще раз, а как тебя зовут? У тебя очень доброе лицо. А меня Вова, кстати, зовут. А ты... Не, я подержусь так прикольно. Что? Прикольней подержаться. А, да, думаю, не стоит, а смотри, а я же все равно это буду делать... Ну, на свидании, например, если увидимся. Боюсь, что не получится. А почему ты боишься? Да, наверное, неправильно боюсь. Тихо. Стой, что, ну, чего боишься, не пойму. В смысле боюсь, а просто на свидание точно не получится. Нет, смотри, хорошо, а само свидание теоретически получится? Если теоретически. Ну и практически. Давай я сейчас возьму твой номер и тебе позвоню, там, допустим, в понедельник. Ты можешь мне позвонить, но я не могу пойти на свидание сейчас. Почему? Нет, смотри, стой. Подожди. А как же личная жизнь? Я говорю, немножко приглашена. Куда, на свадьбу, что ли? Нет, пока не на свадьбу. А куда приглашена? А, нет, смотри, то есть кто-то тебя уже пригласил, да? Ну, смотри, а как мы вправе выбирать? Ты же понимаешь, что есть вот... классный рыжий парень, и есть вот тот, кто пригласил. Вот, и ты не обязана, ну, то есть это жизнь. Поэтому я говорю, могу, конечно, дать телефон, смотри, но не могу пока ходить на свидание. Я с родины Жигулей, вас десятка, Лада, и езжу на Ауди, то есть я по твоей логике, если я, ну,
порядочный, адекватный, я должен ездить на «Жигулях», да? Нет. Смотри, вы уже там что, целуетесь, отношения? Слушай, да. Не, тихо. Смотри, то есть, давай так, я тебе позвоню на вторник, среда, вот так вот, наверное, где-то. Ладно, окей. И, соответственно, к тому времени ты уже поймешь, что тут... Что тот чувак... Нет. Факт, что ты поймешь, что тот чувак, он, ну, не айс. Ага. И скажешь, где же мой Вова? Вова здесь, Вова на берегу. Ладно, а ты чем, Катенька, занимаешься? Я тоже сейчас не буду рассказывать, просто немножко тороплюсь, как я сказала, а вот потом... Ты как-то смотришь на руки. Давай я запишу и там разберемся. Ок? Да, так будет лучше. Но это будет самое умное решение в твоей жизни, я тебе так скажу. Окей. Ну, это, по-моему, все очевидно. Ты продажами, наверное, занимаешься. Себя продаю на Тверской по ночам. Вот, вот так. Питер. Да. Офигеть, Питер. Круто, Питер, это очень круто. Три. Вова. Смотри, Питер, это вообще очень круто. Я недавно был. Там, поэтому и я... Единственный геморрой, что вот когда ночью едешь с тусовки спать в отель, мосты... Да. Поэтому если ты не едешь... Смотри, а ты здесь территориально? Я-то тут, то там. Мы с тобой увидимся на той неделе обязательно. Хорошо, если я буду здесь. Но если я... будешь там, еду туда, не проблема вообще. Я часто бываю. Все, щеки. Давай, не мерзни. Туда ты шла. Тут меня еще попутно с телеканала России снимали. Смотрите, ребят, ну, во-первых, а видно, да? То есть еще раз о той же там алертности, которой 100 раз уже говорено, что, ну, как бы ты должен действовать так. Ты стоишь с другом, да, раз увидел девушку, пошел. И, в принципе, как бы, ну, это нормальная практика, которая придет именно тогда, когда ты начнешь что-то делать. Вот, в случае с этой девушкой, вот опять телефон, ну, девушка такая, скажем так, ну, как бы, ну, нормальная, обычная девушка, то есть, наличие ее там короткой юбки или не короткой юбки, или чего-то еще, она, опять же, ни о чем не говорит, то есть, лишь бы нравилась тебе. В принципе, она была прикольная, как бы, ну, звонить ей не буду, как и всем предыдущим, у которых взял телефон, потому что много людей спрашивают, звоню, не звоню, сейчас видео в другом и о другом. Значит, смотрите, ребята, еще раз. Если вы будете продолжать этим отмазываться, к сожалению, в этой жизни, кроме самих себя, вы нахер никому не нужны. Никто не придет, не пожалеет, не скажет, что там это, вот, как бы, на тебе бабки, на тебе женщину, не знаю, на тебе работу, на тебе дом, там, на там, не знаю, какие-то бонусы для твоих родителей или детей. То есть, ребят, не будет такого. Поэтому берите себя за яйца и делайте. Плюс такой момент, что совсем скоро, буквально на днях прям уже, то есть, ребят, немножко задержалась книжка, не думал, что такой косяк, что столько много работы, то есть прям вот буквально на днях выходит моя новая книжка «Позиция сверху», то есть будет сама книга, вот она будет стоить 1,5, то есть и будет в бумажном жестком переплете, а это уже вместе с доставкой, она придет к тебе в любой город России или там СНГ, если ты там из Америки, Германии, откуда-то еще, откуда народ пишет, там тоже разберемся, как тебе эту книжку доставить, то есть не переживай. Будет вот такой вариант с флешкой. То есть это будет стоить 5,5 тысяч, и там будет абсолютно все вот такого формата, то, что ты никогда не увидишь в интернете или где-то еще. То есть там будут практические задания с моих тренингов. То есть это всего лишь каких-то 3 легких шага. Ты будешь смотреть, ты будешь делать точно так же, и ты будешь получать свой результат. Как-то так. Соответственно, там мы сами делаем все упражнения наших основных тренингов. То есть там порядка 10 очень крутых упражнений, сделав которые по порядку, ты получишь свой результат просто незамедлительно. Даже в первый же день уже начнешь получать результат. Все подробно разжевано, все подробно расписано. Еще раз, значит, сама книжка с флешкой,
Я надеюсь, что это видео было очень полезно для тебя. Давай счастливо увидимся, пока.